Появление такой крепости на поле боя в годы Гражданской войны или Великой Отечественной решало ход сражения. Такие составы использовали для противовоздушной обороны, а также артиллерийской поддержки наших войск. Но сейчас у современного бронепоезда совсем иные задачи, гуманитарные. Он доставляет в освобожденные села продовольствие, а также стройматериалы для восстановления инфраструктуры. Специальный поезд «Енисей» был создан военнослужащими железнодорожных войск, введен в эксплуатацию. Группировки отважные. Он предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями. Также он предназначен для сопровождения воинских грузов, транспортов и эшелонов. Это специальный поезд, который вооружен новейшей техникой и в состоянии, как я уже сказал, сопровождать эшелоны, сопровождать грузы и при необходимости проводить техническую разведку, разминирование порученных железнодорожных участков. Цвет, чтобы сливался с местностью, ну и подобран группировкой отважная. Тыл «Енисею» прикрывает боевая машина пехоты. За небом наблюдают зенитчики. «Енисей» вооружен до зубов. А вот это огневые точки автоматчиков и пулеметчика. Они следят за тем, чтобы не было атак из леса.